«Нет наркотикам». 26 июня все мировое сообщество отмечает День борьбы с наркоманией и наркобизнесом. Этот день призван напомнить о серьезной проблеме нашего времени – проблеме наркомании. В Крымске, в парке имени Тельмана, отдел по делам молодежи Крымского района совместно с Управлением по физической культуре собрал всех, кто ведет здоровый образ жизни. Рано утром в парке имени Тельмана дети и подростки присоединились к общерайонной зарядке. Бодрость, море позитивных эмоций и заряд хорошего настроения получили все, кто выполнял упражнения. Перед нами ставят задачу воспитать здоровое поколение. И самое главное, что необходимо ребятам донести, что здоровье – это самый ценный дар, который у них есть. Сегодня в Крымском районе делается все, чтобы не допустить распространения наркомании и чумы 21 века. Спортивные тренеры, преподаватели и руководители молодежных движений делают все, чтобы крымские мальчишки и девчонки росли сильными, здоровыми и успешными. Ребята приняли участие и в молодежном квесте «Дорогами спорта к новым победам». 14 команд прошли 7 тематических станций. Все победители награждены кубками, медалями и подарками.